Показать декоративную штукатурку Мармарин Макси. Мы делаем бетон. Вот, можете обратить внимание. Вот сначала поверхность была прогрунтована кварцевой грунтовкой. Вот она. Фирма Faidal. Вот, мы нанесли декоративную штукатурку. Дальше мы нанесли в один слой. Местами пригладили, местами ее взъерошили. Такие удары, ну, под бетон. Еще будем скрывать ее воском. Что вообще наоборот, как надо показывать. Так, вот еще тут есть цветная, можете посмотреть. В темном цвете насыщена. Вот, ну дальше после вскрытия воском будем вам показывать. Так, вот продолжаем. Показываем вам, как получается у нас в темном цвете мармарин под бетон. Вот, можете обратить внимание. Здесь и потолки под бетон. Вот как выглядит наша стена. Мармарин Макси. На улице дождь. Так, вот наш мармарин в цвете. Так, что вам еще показать? Сейчас покажем еще несколько стеночек. Так, вот еще одна, но тут не так видно. Вот мы только-только пригладили. Это все еще будет скрываться воском. Тут частично будет вот такая темная и будет светлая под бетон. Мы в процессе вам покажем. Вот там на входе получается слева, справа от кирпича. Там будет светлый бетон. Будем скрывать темным воском его. Сейчас не видно, он белый. Вот. Здесь тоже потолки под бетон. Будут светильники еще. Так, вот стены прогрунтованы кварцевой грунтовкой. Вот как они выглядят. Вот как кварцевая грунтовка выглядит. Вот здесь у нас еще будет мармарин Макси в темно-зеленом цвете. Мы еще вам это все покажем. Вот. В общем, по ходу процесса будем все показывать. Как-то так.